В день города Расторгуевский парк отмечал свое 60-летие. Тематика праздника была выбрана не случайно. Она уходит корнями в историю парка. Старожилы в Расторгуеве говорят, что в 57-м году фестиваль, который проходил в Москве молодежи и студентов, как бы много делегаций приезжало к нам, видное. И в честь этого события этот парк назвали фестивальный. Организаторы объединили сразу три фестиваля – 57-го, 85-го и 2017-х годов. Таким образом, они одновременно отметили 60-летие парка, напомнили историю тех событий и показали, что молодежь того времени и современная одинаково энергична, позитивна и стремится делать добро, придумывать новые и интересные проекты для развития города и района. Нитью красной через весь сценарий будет, конечно же, 60-летие парка, потому что в парке люди и праздники проводят, и встречаются компаниями, и на танцплощадках, которые проходили у нас в парке, люди встречались, потом образовывались семьи. Для юных посетителей парка и их родителей клоун Алекс показывал интерактивное шоу. Алекс играл с детьми в музыкальные игры, а их родители пританцовывали в такт музыке. Ну а после все вместе учились танцевать буги-вуги. Также на празднике был представлен оборонно-спортивный клуб «Ратник». Для всех желающих работала площадка для пейнтбола, стенд для стрельбы из лука и стол для разборки автомата. Мы от клуба «Ратник» занимаемся сборкой и разборкой автомата. Вот сзади меня находится пейнтбольная площадка. Может подходить любой желающий поразбирать, собирать автомат и поучаствовать в турнирах по пейнтболу. А потом началась концертная программа, где были представлены танцы разных эпох, от стиляк 50-х до современных танцевальных направлений. Скажите, как вам на фестивале? Отлично, фестиваль, ребята молодцы при организации. Молодежь очень нравится, что молодежь активно вообще принимает в этом участие, а не только одни там какие-то взрослые люди, которые и все. Поэтому очень нравится, что молодежь к этому притягивает. Что именно вам понравилось больше всего? А сегодняшний вот этот праздник, тут клоуны веселые, какая-то шоу-программа идет, и такой парк чистый, ну, все прекрасно. Прекрасно и то, что в последние несколько лет парк ожил, расцвел и вновь стал любим жителями Расторгуевской части Видного. Алексей Митронин, Алексей Руднев, Елена Кошелева, Видное ТВ.